Подъезжаем на выставку в ресторан «Винная рыба». Вот сегодня здесь будет выставка «Handmade Art» выставка. Заходим вовнутрь. Здесь вот такой интерьер интересный. Рыбы нарисованы, лицо. Вот дальше что тут у нас? Дальше у нас идет вот такой интерьер интересный, дерево, ослики, скорее всего ослики, вот, тоже деревянные, нет, все-таки олени. Вот, смотрим. Интересно, здесь мы можем посмотреть, но и купить разные специи интересные. Ага. Что тут? О, какао. Да, масло какао. Да, в других магазинах такое не продается. Здесь мы можем купить. Здесь аппарат, кофе, капсульное кофе, различное. Здесь хорошие вина из Италии, Франции, наши тоже местные. И цены довольно-таки приемлемые. Дальше мы идем. Смотрим, здесь удобное место, чтобы попить кофе с вкусным пирожным. Такие удобные кресла. Вот. Цветочки. Все из дерева. Буфет. В этом буфете хранятся. О. Видно, что здесь хранится ложки, вилки. Здесь тоже можно посидеть, покушать. Очень удобно. Вид на улицу. Можно сесть рядом с окном. Такой стиль, как будто ты попал в какой-то замок. Древний замок. Действительно, погреб, где хранится вино. Здесь у нас печенье разные, вафли импортные тоже можно приобрести. Идем дальше, посмотреть, что тут у нас. Ага, вот сам аквариум, где плавают рыбки, крабики. Все это могут приготовить вам. Все свежее. А здесь необычная комната. Что мы здесь видим? Горят факелы. Кругом огромные бочки. На потолке тоже бочки. Стены из кирпича, зеркала. Мы открываем ручку, и там бабац! Это туалет, но в туалете тоже есть аквариум. Это так необычно. Здесь вот можно помыть руки, умывальники такие своеобразные, везде ракушки. Очень интересно. А вот и сама выставка. Здесь у нас изделия, украшения. Вот такие. Здесь есть дерево, ложечки, матрешечки. Для детишек разные свистки. Ручки.
Спасибо. Здесь у нас национальные куклы. Больше. Из адраса сшиты зайчики. Здесь вот картины. Руки крашеные. Это вообще космос. Художник оставляет на продажу свои картины. Так, здесь у нас сумочки, рюкзачки, национальный цвет, печорк. А здесь вообще очень кропотливая работа, очень красиво. Здесь пледы, покрывало, печорк. Здесь вот такие вот разные украшения. Тоже вот присутствует национальный колорит, это мастер в телефоне. Наверное, придумывает новый дизайн. Здесь у нас тоже мастер. Так, из дерева. И длинные картины. Миниатюрные, все ручная работа. Здесь броши, которые до сих пор еще популярны, из бисера. Такие украшения. Вот эти вот броши очень красивые, блестящие. Это керамика уже пошла. Роспись по керамике, шкатулки. Красивые. Очень талантливо, конечно, вдохновляет. Гранаты. Роспись по камню, светильнички, колокольчики, цветочки, металлички. Можно не сказать, что на заказ могут сделать все. Так, шкатулки у нас. Эти красивые. Это поляне, шапочки, чайник. Чтобы рекламировать для соцсетей, можно, да? Я что-то без разрешения все снимаю. Красивые. Еще сумочки. И вот порадовали нас в конце, успели посмотреть живую музыку.